Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Как укрепить единство нации? Ответ на этот вопрос искали на семинаре, который проходил в здании администрации городского округа. Подробности знает мой коллега Константин Меркушев. 6 декабря в здании администрации городского округа состоялся научно-методический семинар на тему «Стратегия государственной национальной политики. Механизмы укрепления единства российской нации и предупреждения межэтнических конфликтов». Организаторами данного мероприятия являются руководители и преподаватели Башкирской академии государственной службы управления при главе Республики Башкортостан. Семинар в нашем городе для организаторов не первый. Всего запланировано 9 подобных мероприятий в различных городах республики. Мы, запланировали 9 таких семинаров. И каждый центр, вот, например, сегодня в Кумертау съехались представители 9 районов и городов нашей республики. То есть это некие такие зональные совещания, в рамках которых уже мы проводим свои мероприятия. В рамках реализации научно-методического семинара разработан целый ряд мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации. Каждый семинар состоит условно из двух блоков. Из информационного, когда, собственно, мы освещаем о современных тенденциях развития межнациональных отношений, о том, какие мероприятия, например, полезно проводить на местах с тем, чтобы укреплять межнациональное единство, которое исторически сложилось в нашей республике, и, соответственно, интегрировать в наше пространство многонациональное тех людей, которые приезжают к нам из стран бывших Советских республик. Как и в любом обучении, без практики никуда. Так и в сегодняшнем семинаре. Во втором блоке участники сами разрабатывали желаемые мероприятия. Мы сами, участники, сами вырабатывают комплекс желаемых мероприятий, под которые можно разработать проекты, под которые можно, например, уже потом продумывать финансирование соответствующее, опять же, в рамках реализации стратегии государственной национальной политики. На сегодня эти вопросы очень актуальны и вызывают живой интерес у всех участников нашего семинара. Такие научно-методические семинары продлятся до середины декабря. Заключительный пройдет в столице нашей республики, в городе Уфа. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Продолжаются работы по устройству лыжероллерной трассы. Напомню, в этом году городской бюджет выделил 5 миллионов рублей на эти цели. Эта сумма будет израсходована в том числе на освещение трассы. Когда подключат электричество, выясняла Айгуль Мухаммедшина. Протяженность новой лыжероллерной трассы составит 4 километра. На данный момент запланированные на этот год работы почти завершены. Часть маршрута очищена от пней и порослей. Несмотря на сложные погодные условия, продолжается установка вдоль трассы опор освещения и светильников. Сразу же протягивается и линия электропередач. Вот и все. Поехали спускаться. Здесь можно будет зимой кататься на лыжах, а летом на роликах и велосипеде. Уже сейчас на лыжном стадионе идет подготовка к городским и республиканским соревнованиям. Новая трасса широкая и комфортная, говорят спортсмены. Поскольку трасса будет освещена, это позволит лыжникам проводить тренировки в более поздние часы. Рады началу работ и тренеры, и дети. Давно, наверное, мечтали об этом, хотели всегда, чтобы было здесь. Разговор-то об этом и давно уже шел. Строительство вообще лыжного стадиона. Здесь вот и входит в этот лыжный стадион роллерная трасса, ну и сам комплекс, который еще, надеюсь, в будущем будет строиться. Также мы будем радоваться, как вот сегодня радуемся уже, вот стоят столбы. Даже плафоны висят, даже и провода он натянуты. Для старших школьников это очень положительно. Постройка вот этой освещенной трассы и асфальта, потому что школьники учатся долго, до 3-4 часов, приходя на тренировку, там, когда нужно кататься по 3, там, по 2 часа, катаемся уже до темна, и уже родители, бывает, не отпускают, и поэтому приходится приостанавливать тренировочный процесс и кататься гораздо меньше. А это очень большой плюс для достижения спортивных результатов. Будет темнеть раньше, и как бы видно ничего не будет, фонари будут светить. Более-менее будет хорошо кататься. Стоимость проекта составит чуть более 104 миллионов рублей. Для начала работ средства выделены из городского бюджета в сумме 5 миллионов рублей. Дальнейшее финансирование предполагается за счет привлечения инвесторов. Согласно проекту, здесь предполагается благоустройство тропы здоровья, строительство лыжной базы со спортзалами и пунктом проката инвентаря. Уже на следующей неделе на трассе протяженностью более 1 километра планируется подключить освещение.
Единый государственный экзамен – это важный этап для 11-классников. Однако перед ЕГЭ необходимо получить допуск к нему. 7 декабря выпускники школ пишут итоговое сочинение. Наша съемочная группа наблюдала за этим процессом в школе номер 9. Ровно в 10 часов утра выпускники приступили к написанию итогового сочинения. Но еще до начала экзамена ребята настраивали себя. Успешное написание сочинения является для выпускников школ допуском к итоговой аттестации, то есть к ЕГЭ. Впрочем, те, кто получил неудовлетворительный результат или не явились на сочинение, смогут воспользоваться двумя шансами и пересдать его 1 февраля и 3 мая 2017 года. Продолжительность испытания для школьников составляет 3 часа 55 минут. И за это время выпускники должны показать себя самой лучшей страны. Это не пробный экзамен, а настоящий экзамен. Это допуск к ЕГЭ. То есть сейчас ребята показывают свою готовность к единому государственному экзамену. Конечно, важно, что он проходит в декабре, потому что сегодня ребята пишут, экзамен сдают, и все последующее время они уже спокойно, планомерно готовятся к основному единому экзамену. Настроение отличное, к экзамену готово, надеюсь, все будет хорошо, потому что мы все готовились. Я готовилась к этому экзамену, я его долго ждала. А настроение хорошее, я уверена в себе. Конечно, волнение, оно всегда есть. Основной акцент в рекомендациях сделан на оценке сочинения и порядке подготовки к нему. Испытание, с одной стороны, нацелено на проверку общих речевых способностей ученика, выявление уровня его речевой культуры и на оценку умения рассуждать по определенной теме, аргументируя свою позицию. С другой стороны, сочинение является литературоцентричным, поскольку содержит требования о построении аргументации с обязательной опорой на литературный материал. Я сейчас только разговаривала на эту тему с ребятами и сказала о том, насколько важно это умение, и мы начинаем это осознавать, говорить правильным, красивым русским языком и логично, красиво выражать свои мысли. Это важно и на физике, и на химии, и на математике, и на прочих предметах. Это востребовано абсолютно практически во всех профессиях. Отметим, тематические направления для итогового сочинения были утверждены еще в конце августа. Всего их 5. Это разум и чувства, честь и бесчестие, победа и поражение, опыт и ошибки, дружба и вражда. Но при этом непосредственно темы для сочинения стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Работы выпускников оценят по 5 критериям. Соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Наш город встретил республиканский киномарафон. По мнению организаторов, это одно из главных мероприятий года. Зрители получили возможность увидеть несколько короткометражных фильмов и документальный шедевр под названием «Рожденный дважды», удостоенный нескольких наград. Встретили участников мероприятия тематическими композициями вокальные ансамбли. По традиции, прежде всего, состоялась торжественная передача символа – кинематографической хлопушки кумертаусцам. Она в формате эстафеты вручается участникам киномарафона вместе с диском – фильмами производства киностудии «Башкортостан». Напомним, что старт республиканскому киномарафону был дан в январе в Уфимском кинотеатре «Родина». На открытие мероприятия в Кумертау были приглашены учащиеся городских образовательных учреждений. Целью этого киномарафона является пропаганда российского кино и, конечно же, пропаганда башкирского кино. Все участники вот сегодняшнего мероприятия увидят 3 фильма. Это короткометражные, документальные и мультипликационные фильмы. Это фильмы киностудии «Башкортостан». Участников киномарафона от имени главы администрации поприветствовала его заместитель Наталья Лапшина. Ну-ка, хорошо тебе? И мне хорошо. Первым зрителям был представлен мультипликационный фильм «Алдар и серый волк» режиссера Римы Шарафутдиновой. Забавный мультфильм, озвученный на 2 языках, башкирском и русском, порадовал всех присутствующих. Следующим сюрпризом для гостей мероприятия стал документальный фильм сценариста Магафура Тимербулатова «Рожденный дважды». Я ожидаю от этого фильма душевных таких эмоций, как бы испытать сильных эмоций. Вот сам пришел сюда поддержать как бы этот пример этого фильма, вот спеть нашим ансамблем песню «Билетики в кино». Вот очень долго ждал как бы премьеру такого фильма. Не хватало такого фильма.
Главный герой киноленты Ирик Зарипов, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Спортсмен прошел немало испытаний, прежде чем сумел достичь высшего спортивного мастерства. Самым тяжелым для него стало восстановление после серьезной аварии и ампутации обеих ног. Он 2 года был в этом, депрессии у него была. Все боялись, как бы что-нибудь с собой не сделал. Все эти были. Я с работы бежала, если видела, возле подъезда стоит милиция или скорая. Для меня это было все. Пока вот я не зайду в дверь, не увижу, что он. Один раз иду, он на подоконнике сидит. Я бегу, добежала, думаю, уже все, прыгать что-то собрался. Он говорит, не беги, что бежишь? Я говорю, а ты что там делаешь? Ирик, говорю, тихонечко, он говорит, что делаю? Окна мои, что делаю? После окончания фильма у всех зрителей была возможность побеседовать с автором его сценария, Магафором Тимербулатовым, задать ему свои вопросы. Мы по всей республике, по всем муниципальным районам и городским округам показываем наши фильмы. Здесь анимация, документальное кино, игровое. И я горжусь за свою работу. Они все участвовали на фестивалях, получали очень солидные призы. Напомним, что большинство мероприятий, прошедших в этом году в нашем городе, были посвящены пропаганде российского кино. Министерство культуры Российской Федерации и Республики внесли немалый вклад по открытию кинотеатров в нашем регионе. В частности, «Горняк» стал участником проекта, в результате которого фондом кино были выделены средства на модернизацию кинотеатра. Поэтому можно считать, что год кино для Кумертау стал не только символичным, но и достаточно успешным. Все испытания только впереди. В городе стартовал конкурс «Воспитатель года». За звание лучшего педагога в Кумертау борются 7 представительниц прекрасного пола. Мой коллега Константин Меркушев знакомился с финалистками и выяснял, каким испытаниям их подвергали. Воспитатели детских садов города рады прохождению конкурса профессионального мастерства. Ежегодно он проходит в нашем городе. О его старте было известно давно. И сегодня, 7 декабря, стартовал конкурс под названием «Педагогический звездопад». Воспитатели соревнуются в 4 этапах. Сюда входит написание эссе, занятия с детьми, мастер-класс и визитная карточка. И чтобы выиграть конкурс, нужно проявить себя не только с воспитательной стороны, но и с творческой. Критериев оценки воспитателей, конечно, очень много, но основной считается по праву умение провести занятия с детьми, занятия соответствующего возрасту детей, умение разнообразить деятельность на этом занятии, умение работать с современными средствами, при помощи которых эти занятия проводятся. И, конечно же, самое главное – это взаимодействие педагога со своими воспитанниками. Весь конкурс педагогического мастерства оценивают члены жюри, куда входят заместители начальника образования, методисты, старшие воспитатели и председатели правкома. Именно от них зависит звание лучшего воспитателя города. Но не стоит забывать о педагогическом мастерстве самого воспитателя. Я проводила занятия во второй младшей группе, так как у меня тоже детки второй младшей группы. Прошел выпуск, и вот теперь все заново поднимаем, и здесь тоже очень было интересно провести с малышами. Волнение, конечно, всегда присутствует, но так очень интересно, но я рада, что я принимаю участие в этом конкурсе. Позади 3 конкурса остался заключительная визитная карточка, которая состоится 9 декабря. И город узнает лучшего воспитателя. Стоит отметить, победитель конкурса будет представлять город Кумертау на республиканском уровне. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В детской художественной школе открылась выставка Владимира Калабухова. Его работы находятся в российских и украинских частных коллекциях, а также в Голландии, Германии, Италии и нескольких музейных собраниях. Владимир Калабухов принимает участие в выставках с 1980 года, а с 2000 становится членом Союза художников России. Его отец работал учителем, занимаясь рисованием и скульптурой. Именно он привил сыну любовь к изобразительному искусству и в какой-то степени передал свой художественный талант. Как творческая личность, источники вдохновения Владимир Калабухов находит в самом разном. Гармония, красота, совершенство меня вдохновляют в разных проявлениях. Будь то, вот, допустим, сараи заснеженные, или вот в Крыму гора Ай-Петри. Вот если они как-то производят впечатление, если они заключают в себе какое-то представление о гармонии, совершенстве, то они как раз и привлекают меня.
Сейчас художник проживает в городе Мелеуз, но его малой родиной является село Старая Отрада Куюргазинского района. Чтобы подчеркнуть значимость выставки в родных краях, художник провел ее в свой день рождения, сделав одновременно подарок себе и учащимся. Руководством школы для гостя был подготовлен небольшой сюрприз. Владимир Калабухов признался, что в рисовании отдает предпочтение такому материалу, как пастель. В силу обстоятельств у художника не было возможности заниматься живописью постоянно. В этом плане пастель наиболее удобна. Хотя в техническом отношении ею гораздо сложнее добиться желаемого цвета, нежели акварелью или маслом. Картина настолько восхитительна, то, что меня вдохновляет сейчас пойти и тоже начать рисовать пастелью. Хотя, в принципе, никогда не рисовала. У тебя получалось? Нет. Смотри, просто какой переливы. Это вообще просто превосходно. У меня слов даже не хватает. Когда-то я была тоже в Крыму, и настолько аж слезы напирают. Когда я была с дедушкой, прям такой же пейзаж видела. Очень красиво выглядит, натурально. Владимир Калабухов рассказал всем присутствующим об особенностях своего творчества и различных моментах, влияющих на художественный процесс. Рисование портретов и этюдов, по его словам, занимает несколько часов. Но кроме них на выставке художник представил картины, которые создавались им на протяжении 20-30 лет. Некоторые из них он начал рисовать, будучи студентом, другие, когда работал преподавателем. Часть картин были написаны во время отдыха в Крыму, и несколько пейзажей художник нарисовал в селе Воскресенское. Открытие выставки в художественной школе прошло интересно и продуктивно для всех присутствующих. Не все дети у нас поступают в художественные вузы, училища. И, конечно же, это немножко печалит нас как преподавателей, потому что мы вкладываем в них всю душу и старания. Но бывает так, что яркая встреча с настоящим истинным художником оставляет след в их памяти, и они уже продолжают путь как художники, дизайнеры, рекламщики и тому подобное. Это, конечно же, нас радует, особенно когда дети приходят к нам через много-много лет и говорят спасибо. Увидеться с художником на выставку приехали родственники и друзья из района. Они с гордостью фотографировались рядом с работами художника и поздравляли его с днем рождения. Владимир Калабухов – участник как республиканских, так и всероссийских выставок. В 2002 году его работы были выставлены в Италии на международном показе «Европастель», а в 2003 – во Франции. Выставка в детской художественной школе продлится до 10 декабря. Посетить ее могут все желающие. Село Мураптало на один день превратилось в центр мастериц. Там состоялся конкурс пуховых шалей под названием «Куюргазинские узоры». Состязание проходило в три этапа – выставка, выступление фольклорных коллективов и вязание пухового изделия. Теплые плотные шали, ажурные паутинки и нежные палантины. Все это можно было увидеть на конкурсе, организованном в Доме культуры села Мурапталово. Представленные работы рассказывали о большом мастерстве башкирских пуховязальщиц. Кроме шали, на выставке можно было увидеть носочки, варежки, вязаные игрушки, изделия ковроткачества. Узоры на работах каждый создавал, полагаясь на свой опыт и фантазию. Свои работы представил и Мавлида Максютова из села Таймасово. В 2008 она стала дипломантом второй степени в республиканском конкурсе. В 2010-м завоевала гран-при в районном конкурсе «Куюргазинские узоры». Вязанием она увлекается с 4 класса. Сегодня опытная вязальщица в составе жюри. До тех пор я вяжу шаль, и, наверное, это мое самое это дорогое хобби, которое я делаю. Сейчас уже пенсию получаю, это для души. В выставке участие завораживали взгляд зрителей. Желающие могли даже примерить представленные вещи. С годами такой товар не теряет своей актуальности, говорят рукодельницы. В холодную зиму старшее поколение носит шали как головной убор, помоложе дамы используют ее как палантин. Такая вещь не только теплая, но и оригинальна. Здесь можно было увидеть и весь процесс обработки пуха до вязания. Для гостей и членов жюри мастерицы подготовили и яркие презентации. Это были пословицы и поговорки, народные приметы и песни. Ой, дубр, дубая, ой, дубр, дубая, жила малыш, пьемегеч, без мана.
Всего в конкурсе приняли участие 6 команд. Это рукодельницы из Таймасова, Павловки, Зяки Шметова, Мурапталова и Бахмута. Не остались в стороне и мастерицы Оренбургской области. Таким образом, мероприятие вышло на межрегиональный уровень, отметил в своем приветственном слове заместитель главы администрации района Люция Хамитова. Она поблагодарила рукодельниц за участие и пожелала им успешного выступления. Следующий этап состязания – это вязание орнамента на время. В конкурсе участвует 6 человек. За короткий отрезок времени они должны были связать качественные изделия. Пока мастерицы выполняли задание, на сцене свое мастерство демонстрировали творческие коллективы. Это были фольклорные номера башкирского, татарского, русского и чувашского народов. Мастерством зрители и жюри поразили все участники. По итогам конкурса команда села Мурапталова получила высокую оценку жюри по оформлению выставки и представлению фольклорного номера. По мастерству вязания на первом месте команда Оренбургской области. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.